из-за чего могут начаться преждевременные роды. Причины преждевременных родов. Роды с 37 по 42 неделю беременности считаются доношенными. Если роды начинаются раньше 37 недели, это преждевременные роды, ребенок рождается недоношенным. Причина преждевременных родов – инфекционные заболевания, трихоманиес, микоплазмоз, кольпит, хламидиоз, уреплазмоз, вагиноз и ДР. Заболевания мочеполовой системы и почек, пиелонефрит, болезни сердца, нервные потрясения и физическая нагрузка и СТМИКО. Цервикальная недостаточность ИЦН – неправильное функционирование мышечного слоя матки. Данный слой выполняет роль сфинктера. При нормальном функционировании он помогает удерживать плод внутри матки, особенности строения матки. Многоплодная беременность часто приводит к перерастяжению матки, иногда орви-аборт и преждевременные роды. Если до беременности женщине делали искусственное прерывание беременности, то это может быть причиной преждевременных родов. Преждевременные роды считаются одним из возможных осложнений в результате аборта. В результате аборта может травмироваться матка и ее шейка, что в дальнейшем приводит к риску зачатия и нормального вынашивания. Симптомы преждевременных родов. Основные симптомы – сокращение матки, тянущие боли внизу живота, кровянистые выделения давления во влагалище и мочевом пузыре, частые позывы в туалет, отхождение околоплодных вод, неподвижность ребенка, угроза преждевременных родов. Как распознать опасность? Чтобы избежать угрозы преждевременных родов, необходимо знать их симптомы. В случае даже незначительных подозрений или изменений срочно обращайтесь к своему гинекологу. Виды преждевременных родов. Преждевременные роды классифицируются по сроку беременности: 22-27 неделя, очень ранее 28-33 неделя, ранее 34-37 неделя. Преждевременный вес ребенка, родившегося на 27-27 недели, составляет от 500 до 1000 года, на 28-33 недели от 1 до 2 кг, на 33-37 недели до 2,5 кг. Последствия преждевременных родов для женщины. Отличие преждевременных родов от обычных только в сроке. Поэтому женщина не подвергается особенному лечению. Все же в случае преждевременных родов необходимо обследоваться на наличие возбудителя инфекционных заболеваний и исследовать гормональный фон. Также требуется исследование матки и труб. При обнаружении отклонения необходимо пройти курс лечения. При дальнейших беременностях для избежания преждевременного родоразрешения нужно быть особенно внимательной в определенные сроки. 2-3 недели, 4-12 недель, 18-22 недели. Последствия преждевременных родов для ребенка. Последствия преждевременных родов для новорожденного гораздо опаснее. В первую очередь речь идет о выживании новорожденного. Выживание новорожденного большей частью зависит от срока, на котором произошли роды. Рожденные на 22-27 недели имеют небольшую вероятность выживания. Но в практике встречаются немногие случаи, когда такие дети выживали. Рожденные на 28-33 недели имеют шансы выжить и адаптироваться. Выхаживание таких новорожденных зависит от высокого уровня неонатологической помощи. Рожденные на 34-37 недели имеют все шансы на быструю адаптацию. У таких детей сформированы все органы, отличие их от доношенных в весе, признаки начала преждевременных родов. При обнаружении у себя следующих признаков обратитесь за помощью к врачу: схваткообразные боли дольше 30 секунд, кровянистые выделение, боль внизу живота, схожая на менструальные боли, отсутствие шевеления малыша, давление во влагалище и мочевом пузыре, госпитализация при преждевременных родах. Врач проводит осмотр и при угрозе предлагает госпитализацию. Преждевременные роды возможно предотвратить. Для этого применяется терапия, снижающая сокращение матки, антибактериальная терапия для избежания осложнений в результате инфекции, седативные препараты, помогающие нормализовать психологическое состояние беременной, глюкокортикоидные препараты. Для избежания легочных осложнений у плода, если срок меньше 34 недель, иногда госпитализация не обязательна. Беременная в домашних условиях принимает препараты и придерживается режима отдыха и спокойствия. Симптомы преждевременных родов, советы и отзывы. Наталья, 25 лет, я родила ровно на 36 неделе. Накануне я поднимала 3-литровую банку с компотом. А тонус матки был уже на середине срока. Рядом с нами лежала девушка, она родила на 29 неделе кесаревым сечением, и малыша выходили
Елена, 29 лет, две мои предыдущие беременности закончились выкидышем. В третий раз почти всю беременность провела в больнице, в итоге родила раньше срока, но медики были к этому готовы. Сейчас нам уже 2 года и я, счастливая мама. Ирина, 30 лет, родила сынулю на 33 неделе за 2,5 часа. Вес 2200. Сын находился в отделении патологии и недоношенности 3 недели. Набирал вес. Мне было очень страшно. Сейчас все хорошо, здоровый ребенок. Планируйте беременность, следите за своим здоровьем. При малейших признаках преждевременных родов обращайтесь к медикам.